Привет, дорогие друзья, с ним будем проходить Five Nights at Freddy's 1. Да, ну, наверное, я уже когда-то снимал, прохожу Five Nights at Freddy's, но сегодня я попытаюсь пройти первую часть, только по-новому. Поехали! Ну, я думаю, нам не составит труда ее пройти, потому что я как бы профессионал в этой игре. Ага. Фредди, Бонни, Чика. Нет, ненавижу, ненавижу этого чувака. Как его там, Фангая, да, звали. Да блин, где кнопка, чтобы отключить? Появись! Диана, вот она. Наслаждайтесь звуком. Нафиг. Ладно, давайте ближе к делу. Так, Бонька, Чика, Фредди, все нормально, здесь все нормально. Короче, я должен запариваться по камерам, не буду смотреть. Боника придет сюда, посвечу, закрою. Чика придет сюда, посвечу, закрою. В принципе, все нормально. Давайте я эту штуку сюда уберу. А то она не мешается. Вот вообще, ребята, согласитесь. Ну... Как вам новый FNAF? Честно скажу, какой-то, ну, не очень новый FNAF. Зимпала уже с этой штукой. На самом-то деле мне просто сейчас немного скучновато. Сейчас объясню почему. Ну, пока ничего не происходит, там звуков никаких нет. Поэтому мне как-то, ну, в принципе, не страшно, что ли. Ё-моё, а ну где мистика? Мне еще 3 часа ждать. Ну, давайте пока мистики нет, поговорим. Давайте начнем с того, что на моем канале уже стукнуло число 112 подписчиков. Я хочу сказать всем спасибо, кто на меня подписался, потому что для меня это очень большое число. Да и просмотры у меня стали такие более-менее. Послушайте музыку. Я не буду вас... музыкой наслаждать. Ну, в общем, как его? Да, у меня 112 подписчиков, лайки набираются. В общем, я хочу сказать большое спасибо. И давайте будем так. Вы будете ставить лайки, подписываться на канал, а я взамен буду делать хорошие, интересные видеоролики. Хорошие в смысле, хороший монтаж. Там, ну, заметили на моем последнем видеоролике, я достаточно постарался с монтажом. Да. Что хочу сказать по поводу самой игры? Ну, да, нормально, что, не знаю. Просто нечего говорить. Я думаю, что сказать, а нечего говорить. Ничего не происходит. Вон Кексикару, Мосс Фредди, Бонни Чика, вентилятор легендарный, трубочка, кто там на мусор. Так, все нормально. 2 часа. Интересно, кто-нибудь ушел? Нет, еще никто не ушел. Давайте посмотрим по камерам. Так, это у нас это. Кладовка. Пиратская бухта. Коридор. В общем, вот что у нас. Тут все пока нормально. Да, ну, насчет ФНАФа, да, я сейчас буду снимать про ФНАФ. И, ребята, может быть, по такой вещи мы заснимем стрим. Да, кстати, насчет стрима. Я задумалась насчет стрима. Я хочу сделать стрим на тему ФНАФа. То есть я буду проходить там ФНАФ какую-нибудь часть. Сразу говорю, не security breach, потому что он на телефон еще не вышел. А моя вайфиница не хочет его, так сказать, тянуть. Опять все нормально. Ну, мне интересно. Колонки всякие. Сейчас, интересный факт. Мой самый любимый аниматроник это Фокси. Из FNAF 1, потом во FNAF 2, наверное, марионетка. Вообще, мне FNAF... Моя самая любимая, нелюбимая часть это FNAF 2. Не знаю, мне как не понравилось. Она скучновато, там, типа, так, я иду аниматроники. Ну, скучновато, согласитесь. А вот FNAF... А вот то, что мне понравилось, это FNAF 1, ну реально крутой. О, все, наконец-таки.
где будет. Пока он дойдет, ко мне уже 5 часов будет. В общем, ну, FNAF 1, да, по графике он похуже. Но все же, ребята, согласитесь, FNAF 1 вроде как, ну, графика похуже, там, ну, даже, может быть, скримеры в какой-то степени, но он неожиданный. Да, он как бы неожиданный и дает такие... интересные вещи. Ну, вы понимаете, да? Как бы интересно затягивается. А вот, значит, FNAF 2, не могу такую сказать. Да и FNAF 3 не очень. Так, Боника уже бэкстейджи. Бэкстейдж. Ага. Бонни в подарки. А, это типа такие, наверное, люди. Купи пиццу и получи Бонни в подарки. Вот, Бонни в подарки, если что. Вон там. Получите Бонни в подарок, убийство в подарок. Ну, получается, как-то так. Ну, знаете, что интересно? То, что Бонни достаточно быстро начал ходить. Где Бонни? Не понял. А, как бы... Ну, вы сами понимаете. Пока все нормально, пока все нормально. Чика стоит. По-моему, Чика тоже ходит. О, 4 часа. Чика не ушла. Все. Все. Просто легко пройду. Хотя, ну вот энергии у меня маловато. Чё-то. Вот энергии меня всегда подводит. Я, короче, когда проходил игру, ну, у меня осталась там 5-я ночь, по-моему, да? Да, по-моему, 5-я ночь. Я, короче, такой... О, все, 5 часов, 5-я ночь, сейчас пройду. И смотрю, у меня 15%, а и там аним, и там Чика, там Бонни, еще и Фокси бежал такой. Пипец. Закрываю дверь, жду. И вроде повезло, Фредди появляется и убивает меня. Ну, чисто. Да, надеюсь, там двери не заблокировались. Нет, двери не заблокировались, не заблокировались. Стоп, где Бонни? Он опять сюда ушел? Где Бонни? Или... Стоп, что он тут уже? Да, он тут оказался. Ну окей, пусть там стоит. Такой еще думаю, а где Бонни? Где Бонни? Вон там он стоит. Наш зайка-попрыгайка. Скучно, очень скучно. Реально, ребят, ну... Никакого экшена сейчас нету. Вот из-за того, что я поиграл уже, да тем более первую ночь. Я просто уже 1000 раз проходил первую ночь. Просто 1000 раз. О, уже 5 часов, сейчас Чика должна уйти, да, Чика ушла, вот она стоит. Пока она дойдет, произвенит, тынь-дынь будет. Но, о, ребята. Что? Я мне, наверное, послышалась. Просто мне послышка будто тут говорил. Что там типа такого было. Просто иногда бывает во ФНАФе всякие галлюцинации, там всякие смешинки. Ну, знаете, ФНАФ популярный своими... ФНАФ 1 такой популярный своими звуками. Он наводит такой страх. И да, кстати, получается, уже 8 минут запись идет. Ни хрена себе. Вот это ни хрена себе. И, кстати, ребята, если вы хотите продолжение, напишите в комментариях. Я думаю, они тут будут включены. Надеюсь. Я же вроде как свое лицо не, детское не показывал. Бонни ушел. Энергию не хочу тратить вообще никак. Бонни там стоит. Ну, блин, ну время, иди. Пасхалочка. Время, иди быстрее, я тебя умоляю. Пожалуйста. Где Чика? Ее потерял. Чика тут, Бонни тут. Бонни М. Ага. Просто скукотень. А тем временем мне ждут... Ой-ой, 25-26%. Да, я прошел. Послушайте звук. Не-не, вторую ночь не буду проходить. Не хочу я. Не хочу. Короче, ребята, с вами был я, RomaX.lo. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем покедова!